мальчика. Ого, кажется, переборщил. Ну ты даешь. Аминка, побежали за мячиком. Побежали. Проклятые бабочки! Я вам что, цветок какой-то? Садитесь на меню. Что за звук? Мама! Ой. Мама! Что это было? Ой, все мозги вышибли. Аминка, это кажется Бэтмен. У него наш мяч. Пойдем заберем. Бэтмен, отдай наш мяч. Дети, маленькие букашки, вы пришли за мячом? Да. За этим? Да. Вы его не получите, он мой. Маленькие букашки совсем оборзели. Бэтмен плохой, Супермен герой. Бэтмен плохой, Супермен герой. Ну все, вы меня разозлили. Настало время доказать, кто здесь настоящий герой. Где мой бутафон? Вспомнил. Вот он мой бутафон. Так, Супермен, Супермен, Супермен. Так, Терминатор, нет? Железный человек, нет? Женщина-кошка, это моя девушка. У меня есть девушка. Так, Супермен. Алло, Супермен. Да, Бэтмен. Что тебе надо? Бэтмен, давай твои разборки оставим на завтра. Я хочу отдохнуть. Ты что, трус? Все, жду тебя на поляне. Пойду готовиться к встрече. Моя прелесть, мой бета-план, сегодня нас ждут великие дела. Сим-Сим, откройся. Ну что, пора выдвигаться. Не подведи папочку. Так, не понял. Почему не заводится? Ведро с болтами. Опять это Вандер что-то здесь намудрила. Вандер! Вандер! Да, мамышонок, что случилось? Признавайся. Ты трогала мой бета-план?
Ну да, я решила немного прибраться. Прибраться? Я тебе в прошлый раз просил не лазить без спроса в моем бета-плане. Ты в прошлый раз решила полить цветочки, залила мне всю панель. А сейчас на этот раз что ты сделала? Пропылесосила. Пропылесосила? У меня бета-план не заводится. А у меня сегодня встреча с Суперменом. Суперменом? Да, с Суперменом. Миленький мой мышоночек мой, возьми меня с собой. Я ему этим мечом как по башке тресну. Нет, женщина, эта разборка будет мужская, и женщинам там не место. Ну вот, как разборки, так сразу женщина, а как чем-то помочь, так сразу Вандер. Все, я сказал, тебе там не место, иди поливай свои цветочки. О, Лекс, дружище, привет. Супермен? Во-первых, какой я тебе друг? Во-вторых, что тебе надо? Лекс, ну все, перестань обижаться, как девочка. Давай помиримся, смотри. В качестве нашего примирения я принес тебе маленький презент. Минуточку внимания. Та-ра-ра-ра, это волосы! Супермен, ты что, издеваешься? Минуточку. Смотри, волосы я просто так тебе не отдам. Я отдам их взамен тебе на твой вертолет. Так, оставь себе свои волосы и вали отсюда. Вертолет ты не получишь. Так. Волос оказалось мало. Так, добавляю сверху усы. А, как тебе? Пошел вон отсюда! Не получилось. Придется ехать на байке. Приехал. Сейчас он у меня получит. Где же эта серая мышь? Что, явился? Супергероишка! Настало время разобраться. Ну и что ты меня звал? Мне без тебя куча дел. Дела, бла-бла-бла. Тоже мне деловая колбаса, я хочу с тобой драться. И начну я драку с приема, который научила меня моя бабушка. Дикая кошка. Это было больно, Камиль. Ты что, забыл? Я твой папа. Пап, сам напросился. Давай руку. Ну что, в нашем комиксе добро победило зло, а добро у нас представлял Комитик. Я думаю, что Комитик заслужил у нас много лайков. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить пальчик вверх. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Я победил!